Звенит звонок в золотой школе. Именно так с гордостью зовут ее выпускники. Ивантеевская гимназия номер 3 отмечает в этом году золотой 50-летний юбилей. И снова 1 сентября она открывает двери для более 1000 учеников. Знаете ли вы, сколько талантливых учеников окончили нашу школу? Среди них около 500 золотых и 400 серебряных медалистов. Они стали врачами, учителями, юристами, трактористами. Среди педагогов 6 имеют звание почетных работников образования Российской Федерации. У 30 высшая квалификационная категория. С этого учебного года в гимназии новый директор Павел Сергеевич Розанов, ранее занимавший должность заместителя. Я хочу, чтобы вы хорошо учились, бережно относились к школе, уважали своих учителей и своих родителей. С 1 сентября, с Днем знаний! На праздничной линейке ученики обещают упорством грызть гранит науки. Также сегодня проходит марафон «Новое знание». Все смотрят на меня, ведь я же первоклашка. Не буду я лениться, все буду успевать. Хочу я научиться читать, писать, читать. Сегодня в гимназии почетные гости, любимые педагоги, экс-директор Александр Ракин, учителя-ветераны Инна Орлова, Надежда Богатеева, Елена Мерзликина и другие. Спасибо! Спасибо! Самые теплые слова и наставления звучат сегодня от председателя общественной палаты Татьяны Злотниковой и депутата окружного совета Сергея Багина. Всем учащимся я хочу пожелать усердия, чтобы все олимпиады, которые будут, все конкурсы, вы на них выходили, из них выходили победителем. Главное новаторство этого учебного года – переход на обучение по триместрам, как в Москве. В частности, первый триместр продлится с 1 сентября по 14 ноября, но внутри него будут недельные каникулы с 4 по 10 октября. Итоговые оценки за триместр выставят перед каникулами с 15 по 21 ноября. Все родители уже познакомились с новым графиком обучения детей. На новую систему обучения перешли все школы Ивантеевки, городского округа Пушкинский и в целом Подмосковья. Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Мария Барсукова и ТВ.